Очень дорого обошелся красноярцу подарок сыну на день рождения. Мужчина разрешил подростку в честь его 15-летия покататься по городу на машине. К разочарованию обоих авто остановили инспекторы. Теперь отцу придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа за передачу управления транспортом человеку без прав. Кроме того, информацию об этом инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних. И, возможно, излишне доброго родителя привлекут еще и к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ну, вы же понимаете, все опасность общественного деяния и последствия, и дорожно-транспортное происшествие происходит, и зачастую с летальным исходом, с участием несовершеннолетних, из-за которые... Я понимаю все это. Получилось так машинально, просто у меня день рождения попросил.